С сегодняшнего дня социальные пенсии в России индексируются на 2%. Кроме социальных, повышение затронет государственные пенсии военных, летчиков, космонавтов, лиц, пострадавших от технологических и радиационных катастроф, ветеранов Великой Отечественной войны и обладателей награды жителю блокадного Ленинграда. Грядут изменения для автолюбителей. Теперь коэффициент бонус-малус будет назначаться водителю один раз в год, 1 апреля. И в течение этого года пересчитываться не будет. По сути, коэффициент бонус-малус – это скидка водителю за безаварийную езду. В случае, если с водителем закреплено несколько значений данного коэффициента, то выбираться будет минимальное из них. В результате система станет более справедливой и прозрачной для автовладельцев. Напомним, ранее этот коэффициент назначался каждый год 1 января. Также правительство продлило соглашение с нефтяными компаниями об оптовых и розничных ценах еще на 3 месяца. Это означает, что цены на топливо сейчас заморожены до июня 2019 года и пока расти не будут. Изначально этот срок заканчивался 31 марта. Сдерживание цен в опте должны помочь сохранить бизнес частным АЗС. А еще в России сегодня стартовал весенний призыв. Продлится он до 15 июля. Служить в армию пойдут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. В целом, по России на военную службу будут призваны 135 тысяч человек. Какой план по набору вооруженных сил намечен на 33-й регион, будет известно уже завтра. Константин Миронов, 6 канал.